Блин, я тут незаметно проник в серьезный автомобиль. Подъем. Слышишь? А, место готовят? Ого! Да. Сидушка в реставрации. Я понял. А сидушка ж, ну, родная, да? Ну, тут инструмент есть, все есть. Ручка. Нету настроя. Щетка. Ну, подрегулировали, как-то он поехал, сейчас вот нормально поехал, как и было. Ручник. А я не... А вы меня катали чуть-чуть только? Да, было. В прошлый раз. Ёлки. За что держаться? Блин, как интересно машина работает. И вот эти узкие колеса, они ему как для него придуманы специально. Всем кажется, что должно быть пошире. Руль оригинальный же, да? Одно. А гаечка посередине, это уже тюнинг. Самодельно. А сигнал есть? Ха, нормально. Да, пыль в глаза летит. Или за лобовым легче, да? Когда перегоняли с Кировоградщины на Киев, два дня нос. Тяжело было, да? Забитый. Не, перегнали нормально, но нос был забит. А это ж кировоградские номера, да? Сзади. Сегодня опять все разные автомобили, их чуть меньше. Ну, интересно. Так, сейчас под песочек посерьезнее будет у нас. Дети довольны, лайки ставят сразу, да? Так, ну тут такая дорога, жесть-жесть, ну, подвесочка отрабатывает. Я думал, будет более дискомфортно. Ну, по жесткости малая масса. Ну да. Направо, да? Направо, да. А коробка с синхронизаторами? Вторая-третья. Вторая-третья, да? Задняя место. Ага, вот так даже. Какая максимальная скорость? Паспортная 105, больше 100 не ездили. 100 ездили? Да, больше не. Сегодня 90. 100. Сегодня 90 ехали? Да. По ровному хорошему асфальту, да? У него уступи дорогу, он лезет вроде как это. Дорога тут не очень. Красиво Discovery. С выносом серьезным диски. Ну, уверенно на асфальте машинка идет. Передний чуть-чуть подтормаживает. Хоть и выключи, я слышу. Не, ну есть трение определенное. Передний привод включен. Второй раз, да, в жизни? Ну да. Тормоза ж без вакуума, естественно. Все, все по-простому. Трехступенчатая коробка.
Синхронизация вторая, третья. Задняя. И первой нету синхронизатора. Но тормоза такие уверенные, да? Без проблем. Ну, вес небольшой. Уверенно в потоке держится. Что-то у Андрюхи колесо как-то завалено переднее левое. Заметил тоже, да? Сейчас нормально, да, мотор работает? Да, да, да. Что-то ему. Вполне, да. Вторая. Третья. Коробка, раздатка родные, да, правильно? Да. Новые шестерки, новый блок шестерен, новые сухарики. А что, есть продажи они? С Америки. С Америки можно купить? Блок шестерен 230 евро, шестерки, раздатки с войны в Салихамале все есть. Нормально. По этой дороге в детстве меня бабушка с дедушкой, мы сюда за грибами в лес ездили, за земляникой, на Жигулях. И так ничего, дорога и лес не изменился, все на месте. Машин больше стало намного. Даже здесь. Попробуй редуктор, не греется ли, я ж не знаю. Остановимся? Не, потом, когда остановимся. Уже скоро, ну не очень скоро, через несколько километров будет левый поворот уже. Какой воздух. О, нормально выехали. Да, все правильно. Да. Выехали четко. Это понижайку выключили? Третья пониженная, третья повышенная. А, вот так даже. Там же без синхронизации, да? Надо ждать, пока немножко обороты будут. А выхлопная, интересно, в оригинале так сбоку? Да. Да? Да. Правильное решение. Часто на оффроуде задом сдаешь, и выхлопная забивается. Что с редуктором? Греется, не греется? Да, переживаю. А что там с маслом? Ну, теплое. Ну, теплое, а я, ну, вообще с маслом. Ну, не горячее, но теплое. Интересно у Макса потрогать для сравнения. Я сейчас передний-задний, разничку. А, передний-задний. Не могу. А, могу. Примерно такой же температуры? Нет. Еле теплый порядок. У него. Еле теплый, да. А задним тогда вашим? А, смотрю. Нормально теплый, а передний почему-то хорошо теплый. Надо масло уровень посмотреть. Ну не горячий. Притормаживает. Да. А. Горячевато, ну, да? Горячевато. Наверное, мастер зазор меньше поставил. Ну он же не для трассы.
Да, да. Да поехали. А держаться за что? А ручка есть? Да. А ремень? Нет, а можно. А, закрыть двери? Да, можно. Закрываем двери. Так, мост, я думаю, включать, да? Да. Тут песок. Двери закрыли. Включили передние. Полный привод включен. По-моему, неплохо было положить. Я за минуту положу. Да? А он фиксируется же, да, в стекло? Ну, тут песок серьезный. Асфальтный завод заброшенный, недостроенный. Кладем стекло. 70-ка идет на обгон. А вот тут же ж. По-серьезному все. Это полностью блогерская машина. 69-й частично. Крепление. А вот так оно фиксируется там жестко все, да? Ага. Пониженная, да? Поехали. Да, куда поедет, давайте. Я плюс 100 килограмм машинки. Плюс штурман. Плюс штурман, да. Второй? Да. Мотор внизу хорошо, он работает. Вверху не хватает. Да, внизу. Так, Женя. Там на первой можно пробовать. Интересно, после 70-ки проедем или нет? Да, а чего он так? Или, а может, плита мешала ему там? Машина из будущего сзади, а из прошлого впереди. Ух, как артикуляция такая с опущенным стеклом вообще как выглядит фантастически. А вот это на вид простое место. Не такое оно и простое получается. Не, на первой надо. Ага. Может машина. Двадцать первый век на холостых едет. Разница есть. Вот такой след от Рубикона. Нита крутейшая. Тут было болотце, не знаю, высохло или нет. Что там, есть болото, Жень? У меня, по-моему, заднее правое отрывается, да? Ну, есть чуть-чуть. Да, да. А влево, может, руль надо? Там склон, иду посмотреть.
Тогда просто прямо руль ставь, прямее ставь, сюда чуть-чуть, чуть-чуть. Едь. Давай потихоньку. Я вот там вот. А куда дальше дорога? А, вот подъем. Вот этот подъем, тут была трасса, соревнования. Почти год назад, в декабре. Ну, еще года нету. Вот эта известная яма здесь. За Лупазликом мы на козу ставили. Отсюда стартануть уже будет сложно. Хотя, может, чуть больше назад, чтобы чуть больше разгон был. Там просто плита лежит. Она без арматуры. Ты видишь, диагоналка что делает? Блокировки не хватает. Подожди, я посмотрю. А вправо нельзя, там бетонный блок. Вывешивается заднее колесо. Пусти флагмана мирового автопрома. Парень машину бережет. Только купил. У него Chevrolet Niva ж было. Недавно. Нам не по зубам здесь. Да, было бы интересно, если вода заехала. Но она по ширине не пройдет, да, между, чтобы не касаться. Не хватит ширины? Не, по ширине пройдет. Пройдет здесь? Да, да. И оно ж проблема в блоке получается в основном. Если была задняя блокировка. Так, ну теперь флагман покажет, что такое внедорожник. Вообще ни о чем. Вот такая разница колоссальная. Если бы вы за счет ширины проехали, это был бы номер, конечно. Мне кажется, может... или не, ну она узкая, должна пройти. Ну тогда типа. Можно попробовать аккуратненько на первой. УАЗ еще 4х3. Ему будет непросто тут. Да не весит он 2 тонны. Да не весит он 2 тонны, говорит. Скажи, как он это делает? Ну, колеса правильные, машина правильная. И... Да не, вы проедете. Не, хотя бы попробуйте, интересно, куда доедет. Вот просто чисто это. Сравнить Виллис, что может. Это Маничелло, блин, это бешеный просто. Ты видел, это маньяк просто. Тут бассейн, не может, говорит, весить 2 тонны. А что это тут? Бассейн. ДСАФ. Да ладно. Да ладно. Ничего это такое. Болото осталось. Просто интересно, как он поедет. Вот. Вилли? Угу. Тут проскользнет, да еще. Да? Даже вывешиваться не будет. Ну, чтоб сюда он доехал. Мотор не хватает его. Сюда надо мотор от Субару. От Субару? А, чтоб коротенький ты имеешь в виду? Боксерчик, да? Ну, развесовку, чтобы не вернуть. Что, ну опять нашел? Где там? Едет механик? О. Механик едет. Есть еще две. Так, вот это известнейшая яма. Известнейшая яма. Да, да, тут что-то. Арматура. Сюда эти копатели металлолома не добрались еще.
Надо тут подсос воздуха, чтобы... Макс, где ты? Не-не, тут паштет, иди к нам. Он что-то брызгает. Потом его открутить. Ну, слабенько. И забыть про вот эту болезнь. Так, полить, полить. Вода закончилась. Наливал бензин, чтобы завестись в болоте. А там воды было. Сейчас проверим забор воздуха с бака, забор бензина. А может его так наклонило? Ну, да. Вот не, у меня вот... 2/3 бака. Не получится так, что он... Ну, да, чисто нет, теоретически он качает. Или туда-сюда качает, как вы говорите, что клапан. Клапан, да. Может, сейчас там на ребро стал. И... Или... О! А вы можете, попробуйте пальцем заткнуть, качать. Будет выдувать палец. Чувствуется? Давление создается в трубке? Небольшое, ага. Это клапан, наверное. Да. Хоть я их и... Я понимаю, что это хорошие. Я очень сомневаюсь, что пойдешь воду, не будет лучше. Я его приберу за 30 минут, ребят. Вы отдыхайте, а мы... У меня все, инструмент со мной.